Эй, ты что делаешь? Мне надоело, что вы целыми днями бездельничаете. Так, каникулы уже, можно ничего не делать. Да, мы отдыхаем, как хотим и сколько хотим. Пока вы отдыхаете, я целыми днями делаю работу по дому. Ну, молодец, мы рады за тебя. А теперь отойди от экрана, у нас важная игра. Эй, ты что творишь? С меня хватит, никаких игр, пока не поможете мне с домашними делами. Почему мы должны тебя слушаться? Когда родители Амельки уехали, они оставили меня за главную. Неправда. Это правда, я сама слышала. Поэтому за работу. Увижу включенную приставку, она вылетит в окно. Вот, за работу. И не думайте сочковать, через 5 минут я вернусь и проверю. Эй, вы где? Так и знала, что эти двое сбегут. Хотя бы пытался бы, девочки. Еще что? Шокер, нас нашли! Я вам что сказала? Эй, наши джойстики! Никаких игр, пока не уберетесь в доме. А теперь живо за работу. Лео, не толкайся! Прости, здесь мало места. И веди себя потише, а то Китти услышит. А, вот вы где! Думали от меня спрятаться? Отдавайте планшет и живо за работу! Ты уже подключился? Да, я уже в сети. Погнали. Занято. Эй, открывайте. Я знаю, что вы там играете на телефонах. Капец, как она узнала? Не знаю. Открывайте, либо я вырублю интернет. А вы упертые, не сдаетесь. Больше вам играть не на чем, а значит, пора убирать дом. Сапку забрали, планшет забрали, даже телефоны забрали. Эй, ты чего? Я не буду делать уборку. Но Китти же сказала... Мне все равно, что она сказала. Я не хочу тратить каникулы на всякую ерунду. Эй, это не ерунда. Когда она придет, меня тут уже не будет. Ты что, хочешь сбежать? Ты со мной? Нет, Китти будет злиться, когда узнает. Тогда оставайся здесь и выполняй ее приказы, а я буду наслаждаться каникулами. Амелька, постой! Нужно найти место, где я смогу спрятаться от Китти. Вот, это место подойдет. Запасной телефон. Китти про него не знает. Эй, а кто это тут прячется? А, показалось. Фух, чуть не попалась. На веранде спрятаться не выйдет. Возле бассейна меня точно никто не тронет. Тебе нужно почистить бассейн! Я не успеваю делать все твои задания! Тогда найди свою подругу, и пусть она тебе помогает! Ой-ой, надо сматываться! Вот Амелька предательница! Нужно было убегать вместе с ней! Жаль Лео, но он сам выбрал оставаться. Стоп.
Кажется, я придумала, где спрятаться. Если постараться, то здесь можно сделать неплохую игровую комнату. Так, эти стены будут спускаться так. Да. И что? Опа-на! Сумочка с вещами. Посмотрим, что внутри. О! Моя старая Nintendo. Если найдут зарядное, смогу поиграть. Так, что еще? Шоколадка. Просроченная. Лучше не есть. Нормально, Миди. Возле машины не забудь подвезти. Да знаю я. Лео, иди сюда. Нужно прятаться. Эй, кто потерял шоколадку? Шоколадка не растаяла, значит, выкинули ее недавно. Милька, ты где? Покажись! Если Лео заметит меня, настучит Китти. О, ты уже убрался во дворе? Да, теперь я хочу отдохнуть. Никакого отдыха. На кухне тебя ждет гора посуды. Да сколько можно? А нечего бросать грязную посуду в мойке. А это что? Просроченная шоколадка? Не надо это есть. Ну, я сказала, нельзя. А теперь быстро за работу. Зарядка. Зарядку нашла. Теперь нужно собрать остальные вещи для комнаты. Так. Возьму еды, чтобы было чем перепустить между играми. И зарядка. Подушку, чтобы было удобно сидеть. Еще кресло. Эй, Лео, а ну иди сюда. Что случилось? Ай, за что? Сколько раз я говорила не трогать закуски перед обедом? Я не трогал. Тогда кто их съел? Не знаю, может, Амелька? Амельки здесь нет. Она где-то прячется. Тогда найди ее. А я пойду в магазин за новыми покупками. И не забудьте вынести мусор. Это Амелька, что она делает? Вот где она прячется. Вот ты и нашлась! Эй, ну стой! Нет смысла прятаться, я видел, что ты там, открывай! Ладно, ты меня нашел. И что теперь? Расскажешь Китти? Не расскажу, если разрешишь мне остаться. А я думала, тебе нравится слушаться Китти. Она меня достала, ни секунды отдыха. Окей, можешь остаться, но только если поможешь обустроить комнату в машине. Да, вещей у тебя маловато, долго мы здесь не протянем. Есть идеи? Доверься мне. Так, пауэрбанк пригодится, и термосумка тоже нужна. Возьму еще игру. Так, попить. Я дома!
если Китти увидит это, у нее будут вопросы. Ого! Откуда у нас так много мусора? Я нашел много старого хлама, вот решил выкинуть. Молодец! Кстати, ты нашел Амельку? Амельку? Не нашел. И куда она могла подеваться? Мне пора, нужно выкинуть это все на помойку. Да, иди. Я достал кое-что. Давай, показывай. Ничего себе. Планшет еще есть. Круто, это настоящее сокровище. Как тебе удалось все это собрать? Спрятал все в мусорном пакете. Теперь ты пустишь меня к себе? Хорошо, залезай. А тут много места. Ну что, будешь играть? Планшет? Ой, Нинтендо или планшет? Давай Нинтендо. Хорошо, я тогда буду. А еду какую будешь? Тут есть чипсы со сметаной и зеленью, сухарики с каким-то соусом и кислые конфеты с яблоком. Давай кислые конфеты. На. Давай! Лео, ты где? Теперь и он пропал. Что-то здесь не так. Эй, Амелька, здесь одно старье. Где новые игры? Да, я давно не играла в Nintendo. Я не хочу в это играть. Могу дать телефон или планшет? Нет, телефон тоже надоел. Вот бы сюда PlayStation. Губу закатай. Куда ее подключу? Можно поставить телевизор или ноутбук. Ты не можешь вынести из дома такое. Вообще-то смогу, если ты мне поможешь. Как? Слушай мой план. Сейчас иду. Здравствуйте. Добрый день. Мы ремонтируем домашнюю технику. Нам нужен ваш ноутбук и приставка. Зачем они вам? Нам сообщили, что они нуждаются в ремонте. Я об этом ничего не знаю. Можно мы зайдем, посмотрим на них? Ну, думаю, да. Заходите. Ну что, все в порядке? Ой-ой-ой, все очень плохо. О чем вы? На экране трещина. Где? Я ничего не вижу. Вы разбираетесь в технике? Не очень. А вот я разбираюсь. Эту трещину может увидеть только глаз мастера. Да, с приставкой тоже беда. А с ней что не так? Сломалась важная очень супер-дупер деталь. Если не починить, приставка взорвется. Вы шутите? Нет, весь дом разлетится на кусочки. Это очень несерьезно. Вы же можете починить это? Да, но нам придется ее забрать. Забирайте, без нее будет намного лучше. Мои друзья все каникулы за ней сидят. Ноутбук мы тоже заберем. А ноутбук зачем? Если трещины не залатать, то однажды экран лопнет пополам. Какой кошмар! Мы можем забрать его на ремонт? Конечно, конечно. Делайте все, что необходимо. Странно. Эти двое выглядят очень знакомо. Круто ты придумал. Не ожидала то, что Китти поверит нам. Теперь у нас есть приставка, и мы можем играть как раньше. Китти не скоро успокоится, а значит нам тут долго придется прятаться. Значит, нужно делать запасы. Да, нам нужно больше продуктов и напитков. Также много игр. У тебя есть идеи, как это достать? Да, мы заставим дать Китти нам все необходимое. Надеюсь, что Амелька и Лео, их помощь мне бы пригодилась. А нет, это грязные бомжи. Что вы здесь делаете? Убирайтесь. Нам нужна ваша помощь. Я и моя подруга не ели уже 3 дня. Может, у вас найдется что-то для бедных и несчастных детишек? У меня для вас ничего нет. Пожалуйста. Ладно, я посмотрю, что можно найти. Можно в дом зайти? Нет, вы все тут запачкаете. Я только сделала уборку. Ждите здесь. Фу.
Думаешь, она поверила? Без понятия, сейчас увидим. Вот, приятного аппетита. Что это за объедки? Мы просили нормальную еду. Так им стыдно даже тараканов кормить. А что вы хотели? Суши и пиццу? Ну, вообще-то, да. Ага, размечтались. Берите, что дают, и катитесь отсюда. Похоже, план не сработал. Рано сдаваться. Я заставлю ее дать нам нормальной еды. Чего еще? Мы не будем есть эти объекты. Эй, прекратите мусорить. Если вы нам не дадите нормальной еды, мы закидаем мусором ваш двор. Да, притащим хлам со свалки и будем жить у вас. Вот вы... Ну ладно, сейчас принесу вам нормальной еды. И напитки не забудь. Думаешь, сработало? Думаю, да. Кит легко опитывает. Вот, вас это устроит? Сейчас проверим. Ну, вроде да. То, что нужно. Хотя шоколадок можно было положить и побольше. И напиток мой любимый. Я часто нахожу такой на свалке. А теперь покиньте двор, пока вы тут все не загрязнили. Хорошо, мы уже уходим. Постойте, а вы не видели тут мальчика и девочку? Отзываются на имя Амелия и Лео. Не, не видели. Они примерно вашего роста. Если мы их увидим, то обязательно передадим, что их искали. Пока, Китти. Да. Он сказал Китти? Куда узнал твое имя? Ты зачем назвал ее имя? Не знаю, само вырвалось. Больше так не делай, нас чуть не поймали. Расслабься, теперь у нас есть все, что нужно. Еда, напитки, игры. Да, хороший план я придумала, правда? Ты придумала, это был мой план. Переодеться в бездомных была моя идея. Я первый придумал переодевание, ты просто взяла мою идею. Ой, Лео, прекрати, давай лучше поиграем. В какую игру будем играть? Я думала поиграть в настольные игры. Настолки? Какая скука. Кому нужны настолки, когда есть PlayStation 5? Мы целый день играли в приставку. Мне надоело. А мне нет. Я не хочу играть в унылую настолку. Знаешь что? Мне нравится. Найди себе другую игровую комнату. Это ты найди себе другую комнату. Это я придумала прятаться в машине. А ты тут просто гость. Если бы не я, ты бы так и сидела с одной подушкой и Nintendo. Все, ты мне надоел. Вали отсюда. Ты же не можешь меня выгнать. Могу. Иди, возвращайся к Китти и делай работу по дому. Даже сама с собой играть интереснее, чем с этим нытиком Лео. Я не собираюсь возвращаться в дом. Нужно найти себе тайную комнату. О, еще одна машина. А что, если я спрячусь внутри? Тут меньше места, но зато нет противной Амельки. Мне тоже нужны вещи. Заставлю Амельку поделиться. Эй, для тебя вход закрыт. Мне не нужна твоя комната, я нашел свою тайную комнату. В соседней машине. Такая себе тайная комната. Не хуже твоей. Так, мне нужна приставка, ноут, джойстики, чипсы, кола. Размечтался. Это я придумал, как их достать. Достать для моей комнаты, а не для твоей. Ты все равно на ней не играешь. Ладно, ты ее получишь, но только если дашь что-то взамен. Что ты хочешь? Здесь жарко, мне бы пригодился кондиционер. Это невозможно, не смогу достать кондиционер. Ну, ладно, хотя бы маленький вентилятор ты сможешь достать? Я видел такой у Китти. Да, смогу! Принеси его, и приставка твоя. Откуда этот бомж знает мое имя? Это не дает мне покоя. Лучше расслаблюсь и посмотрю пару видео на канале Амелька-Карамелька. Китти, тут вентилятор мне не достать. У меня появилась идея. Эй, кто это Ким? Амелия, Лео, это вы? Выходите, вы не сможете вечно прятаться. Пора менять этот вентилятор на приставку. Смотри, кто вернулся. Ты достал то, что я просила? Да, твой вентилятор. Ну-ка, дай сюда. Эй, он же не работает. Не мои проблемы, ты хотела вентилятор, ты его получила.
Вот, значит, как. Хорошо. Вот, ё-моё, твоя приставка. Телевизор, но как мне, куда ее подключать? Не мои проблемы. Ты хотел приставку, ты ее получил. Без телека она бесполезна. Да. Так же, как нерабочий вентилятор. Нужно было менять на Nintendo. О, это же Шопер Китти. Косметика для девчонок? Может, я смогу выменять ее на Nintendo? Чего тебе еще? У меня есть то, что тебя заинтересует. А что в сумке? Сама посмотри. Это же косметика Китти. Да, я готов выменять ее на Nintendo. Тебе не говорили, что лазить по чужим сумочкам некрасиво? Ты хочешь эту косметику или нет? Китти не узнает. Ну, Китти хорошая косметика. Я всегда хотела такую. Тогда давай меняться. Окей. Держи. А еще бутылочку Пепси. А ты нет, наглел. Смотри, что у меня еще есть. Хочешь получить полный набор? Гони напиток. Ладно, давай. Иди. Напиток. С вами приятно иметь дело. Найдешь что-то еще? Тащи, я найду, чем поменяться. Салфетки. Здесь больше ничего нет, а мне нужны вещи Амельки. Опа, я знаю, как их получить. О, Лео, ты нашелся! Сейчас же возвращайся домой и принимайся за работу. Предлагаю сделку. Какую же сделку? Я покажу, где прячется Амелия, а ты оставишь меня в покое. Предлагаешь обменять тебя на Амельку? Да, пусть она тебе помогает. Заманчивое предложение. Амелия помогает мне. Значит, договорились? Да. Веди меня. Нет, нет, неужели Лео ей все рассказал? Нужно быстрее. Идем, она здесь в багажнике. Амелька, открывай, я знаю, что ты там. Амелька, открывай, я знаю, что ты где-то здесь. Тут Китти тебя ждет сюрприз. Открывай! Она точно там, зуб даю. А у меня есть ключи. Сейчас открою машину. Ты обманул меня? Она была здесь, честное слово. Наша сделка отменяется. Ты сейчас же пойдешь делать уборку во всем доме, в каждом уголке дома. Никаких «но». Попытаешься сбежать еще раз, я удалю все игры с твоего аккаунта. Слушаюсь. Вот предатель решил сдать меня Китти. Скучно играть самой. Слева было веселее. Пойду посмотрю, как у него дела. Ох ты! Устал, лентяй! За работу! Я уже не могу, я устал! Ты спасла одежду! Будешь стирать заново! Рука! Лео, не думала ты, что Китти может быть таким монстром. Пусть он предатель, но я все равно не могу бросить друга в беде. Как там звали парня, который нравился Китти в школе? Ай! Лежи здесь, я скоро вернусь. Привет, это Артур из детства Б. Пойдем на свидание. Сегодня в парке через 3 часа. Он позвал меня на свидание. Ура! Слушай сюда, я ухожу и буду поздно вечером, когда я вернусь, чтобы в доме все блестело. Понял, только не бей. Все, пока. Амелька, это ты сделала? Парк на другом конце города. Китти не скоро поймет то, что ее обманули. Спасибо, ты спасла меня. Всегда пожалуйста. Прости, что рассказал про твое укрытие. А ты прости, что выгнала тебя. Что теперь будем делать? Давай перенесем приставку в дом и поиграем вместе. Давай!
Когда Кэти вернется, она будет в ярости. Подумал об этом потом. А сейчас давай играть. Может, все-таки сделаем уборку перед ее возвращением? Не, найдем новое место, чтобы спрятаться. Отличная идея. Вы что думали, что я не догадаюсь про ваш план? Это она! Бежим! Ну, я вам сейчас устрою. Что будем делать?